Пресс-конференцию приурочили к десятилетию работы в Башкортостане одного из крупных инвестиционных холдингов. Уже с 2002 года он предоставляет жителям региона весь комплекс услуг, связанных с торговлей на фондовом рынке. Мы даем доступ к инвестиционным инструментам практически всем, которые существуют в мире, от российских акций до каких-то экзотических варантов и расписок, которые торгуются где-нибудь в Аргентине или во Франкфурте. Журналистам рассказали о возможностях работающего при брокерской компании учебного центра, где оказывают образовательные услуги начинающим инвесторам. Совсем недавно его расширили. Теперь уфимцы могут осваивать азы торговли на реальных финансовых рынках в более комфортных условиях. Программы центра разделены на 4 уровня. От бесплатных семинаров для начинающих до специальных мероприятий для опытных инвесторов. Вначале мы проводим открытые семинары. Эти семинары, как правило, проходят в течение одного дня, 1,5–2 часа. Здесь можно получить базовые знания. А если человек имеет интерес уже начать реальную работу на финансовых рынках, то есть торговать самостоятельно, то я предлагаю проходить уже полноценные курсы. За счет запуска ряда новых услуг холдинг планирует увеличить число своих клиентов в регионе. Но основная цель другая – борьба с финансовой неграмотностью и развитие инвестиционной культуры граждан.